мною, а кто-то во мне стоит, и по снежной бахромою, неподвижную, немою, чудной жизнью он блестит. И стоит она колдован, не мертвец и не живой, но волшебным чаровом, весь опутан, весь окован легкой цепью пуховой. Солнце зимнее ли месяц на него свой луч косой, на нем ничто не затрепещет, он весь вспыхнет и заблещет ослепительной красой. Стихотворение читал Бойко Дима, 8 лет, школ ученика 2 Б класса, школы номер 22, города Севастополя.